Чувак играет Best of 1 или что? Best of 1, конечно. Но я думаю, они мне не дадут посмотреть. Там за 15. В смысле не дадут? Ты открываешь стрим и сядешь, и показываешь его. Да, я чё-то раз не доиграл. Ты не думаешь, что это будет как-то лололь, нет? Не, не знаю. Ну вот они вот камбэчат, у них, короче, 4 раунда взято. Взято у Эны 15 раундов. И сейчас ситуация... А, да, сейчас все они солид вроде. 3 в 2, они не вдвоем остались. И вот сейчас... Опасненько. А кому они сливают? Не знаю, там without skill, кто-то еще, короче. Дамир, ответь на вопрос. Будут ли еще игры подобные сегодняшние? Будут. Конечно. Каждый день теперь. Каждый день. Серега и Ко. Приходите болеть за Сережу. Надо будет потом с Лана, короче, с первой нашей встречи на Лане сделать трансляцию с камеры. Хайлайтов. ОМГ, короче, выиграли 16-4. Как так? Ну я знаю, почему это так получилось на самом деле. Просто без меня парни решили поиграть. Я думаю, они там... Это слишком лицемерно, да? И на Лане этому выиграли. Не, ну так нельзя говорить, надо как бы... Они изволили... выпить чаю. Данные господа изволили собраться вместе, дабы выступить хорошо, но... У них, видимо, есть свой Серега, и они были заняты другим телом, они играли. Серега один, поверь. Один такой. Нет, такой один реально просто. Лучше Сереги просто нет. Да умри ты уже, ну чё он не умирает? Чё за читер? Куда первые две пули вошли, интересно? Ермака смотрит 65 человек. Чё? Нашу добирку смотрят 200 сколько там, 28 человек. Там пик 300... Пик 350 было. Так фишка в том, что Вайс не оставил, а с его сайта ничего, можно было тоже успеть 300 накачать. Но он там в группе только сделал новость. Ну а чё, в чём здесь группа, если там два стрима висит? Ну да. Там же и стрим наш ушел, этот твой поднялся. Но если бы я не был, у меня форс-мажор, еще бы плеер кое-где висел бы. Да там из сетки была тема, конечно, я говорил. Тут у всех, короче, форс-мажор сегодня, потому что и мама упала, и все вообще, и Вайс уехал, и это все в один день. Кто там, Онг, да, остался, мы сомнили? Мы с ними играли, да, по идее? Мы... По идее, да. Это чё, как команда называется? ОМГ. Не могу найти. А, вижу. Они, по идее, с нами в финале в прошлом играли, как раз. Да, они жесткие. Да? А. Жесткие. Я понял. Шведы. Серёг. Ты как бы зачем стрим смотришь? А, я понял. А подожди, там же дилай должен быть 90 секунд. Как я себя у тебя слышу? Ну ты же говоришь там. Ну ты же говоришь, что у тебя без дилай. Я ставил 90 секунд. Сереж, у тебя фанатка появилась. Классно. Это фейковый аккаунт Сереги. Серега не ашный, да? У меня есть Майк, и я Сергей, и я горжусь этим. А! Что за фейл? Жестко. Жестко. О. Где?
Где вы? Так, альтарнемся, что у нас там. Мальчики, у вас есть группа или что-нибудь, где можно оставлять комменты? Дайте ей группу. 4 тигры and co. О, я нашел митика в компании очаровательных девушек. Кому не показывай. Показывай. Поздно. Блин, слышь, Леонид, покажи на стрим, пожалуйста. Чего там? Фотку Митсика. Покажи фотку Митсика, пожалуйста. Покажи, покажи. Нет, спасибо. Ну покажи, пожалуйста. Мне даже отдельный регион делал. Красавчик вообще. Да, это все. Здорово. Сразу видно, к успеху идет. CSGO по стрельбе походит на шутеры, созданные русскими. Ой, если бы вы видели, какие шутеры создают русские, вы бы все поняли сразу, то что только русские создают только такие шутеры. Больше никто. Ты про шутер, который нельзя упоминать, да? Нет, их на самом деле много, и они все начинаются на одну букву. Спецназ! Да. Спецназ. Блин, это нереально такие... Так, посмотрим, что у нас на втором стриме. Я на стриме завис. Обмотанный. Чё, человек? Это я когда летаблюсь, так и тему. Ну, прикольно. Человек мотыга, я его назвал. У него трусы нагло намотаны, ты в курсе? Я очки надет, чтобы не видно было, что это трусы. CSGO все бабки влей, будешь же гамить, как Сергей. Отдвигают просто люди. Начать, посмотрим. Руди как-то себя не продвинул по сетке, может быть, они демки просят. Понятно, что происходит, честно говоря. Ну, сейчас на сайте будет. Короче, мы выиграли, короче. 16-4. Чё, Руди себе финал быстрее. Нет, он по сетке чуть ниже продвижения, хотя бы они минут 10 уже сыграли. Как? Так они сыграли 16-13. Они так, сыграли ладно. 16. Все понятно, 5, ясно, понятно. Сейчас возвращаемся в игру. Так, сейчас. Картинку надо поставить. На игре было 16-4. Не знаю. Руди перевирается, пьяный, наверное. А где? Где ты что все написано? Я что-то вот все вот смотрю там. Я вот так, сейчас смотрю, опять 16, немножко съехало. 16 и 13 Ласта Пингвинс. Вот сеточка. А я что-то не вижу. Вот. Ну вот, ну, нажимай Fast Cup, короче. Да. Вот, и там сеточки написаны, короче. У меня там, кстати, в этом не написано, что ОМГ вообще сыграли. 16-13 это не счет, это их номера. А, Серега. Это опять Серега. Все, я все, короче, я все понял. А почему номера 16 и 13, они не стыкуются? Они не стыкуются. Нет, они стыкуются, как бы 16 и 15. Я тебе объясню, 16 это номер команды ОМГ. Не знаю ничего. Это нелогично, это некрасиво, это вообще. И почему здесь реклама, новое меню? Temple Bar. У меня реклама окон от фабрики окон. Окна от фабрики окон. Окна с уникальной системой климат-контроля. Значит, как окна компании
Оконная компания. Оконная компания. Мы занимаемся опами. Что, всем понятно? Так нет, так безбожно жать нельзя, конечно. 100%. Что говорит, продают? Окна. Компания, которая торгует окнами, реклама висит. Окна от компании фабрика окон. Это по меньшей мере странно. А, еще у них есть фабрика стульев. Стулья от фабрики. Фабрика стульев. Стулья с окнами. Это же уже целый стулья-оконный синдикат. Реально трудно спорить, да, кто лидер на рынке. Когда... Кто лучше торгует окнами? Фабрика окон. Конечно, только окна, фабрика окон. Или знаешь, как это гамбургер от гамбургеров. Все, короче, нас большие поставили большой... сетку. Сейчас должны с нами связаться и будем рубать. Опа, опа, с нами свяжутся. Свяжитесь на КГБ? ОМГ. Путин? Медведев? Или Медведя Путин? Медведя Путин. А мы не подряд. Включи песенку, а мы не подряд. Ну не надо, пожалуйста. Я просто маме объяснял вот эту тему, пытался, она с Инетом вообще не дружит. Я ей пытался объяснить на словах вот этот ролик, который песенка. Ты, наверное, так прыгал, ты стоял, Дамир такой в крабе, в позе краба, говорит, не подряд. Если Дамир прыгнет, то пол провалится. Нифига, от Минцки еще не идем. Кто бы говорил? Финтик мне еще что-то будет говорить, короче. Так что, понял. Че, уже все, что ли, не выдерживает тело, да? Хватит, чего ты делаешь? Проснулся толстый тролль. Злостный тролль. Ну я не первый начал, как бы. С Дамиром я в ПБ никогда не играл. Я с Дамиром бы в ПБ никогда не играл. Потому что я в ПБ не играл. Только с Серегой. С Серегой можно во все игры играть. Кстати, почитал фен по поводу того, что ты... Такой спам-то твой очередной? Нет, гай. Да, я уже... Да блин, у меня там поиск игры уже 7. Чёткий гай. Чёткий палец. Просто бессмысленный набор картинок, я бы и так разобрал. Да нет, поверь. Там надо было всего лишь скачать ESL Wire, чтобы... Да, ты поверь, где-то из 100 всего двое разбирается. Это как да. Статистика просто такая безумная. Это безумная статистика. Вон, что-то на контакт не будет, сам напишет. Давай. Давай, Вася, давай. Тебя просто боятся, надо. Вот такие дела. Ага. Да ладно, что, правда, что ли? Бау. Я остался моха, жук. А, я устал. Ну, этот Ельцин, конечно, вообще жесткий был тип. Не так сели. Ну, Серёг, смотри. Хватит попалить. Да, Серёг, как бы. То мне придется тебя кикнуть со стрима. Ты улетишь просто... Куда? Мне сейчас поступил звонок. Я люблю летать. Администрация президента говорит, чтобы вырубали стрим. Они не найдут меня по IP, он у меня не я динамичный. Будет запись на финал. Будет запись на финал. На и стрим будет запись. На сколько часов все, мне же страшно. А ты там не резал их, что ли? Ты не делал катхи? А там еще как-то сначала кто-то, или Гурки, короче, я не знаю кто, короче, типа поставил запись. Ну. Но я, короче, остановил и заново поставил. Ну, потому что это в начале, пока настраивал, вот это все. Мне как бы вообще, главное, никто ничего инфу не дал, короче, написали, как-то сам так. Методом тыка разобрался, по-моему. Посмотрим. Я вообще себе хотел еще залить, как бы, все это дело в группу, как бы, на YouTube побыстрее. Ну. А тут получается другой аккаунт Ютуба привязан, как бы. Еще. Посмотрим, короче. Ну вообще нереально перелезть, точно. Ну вообще, короче, жестко все. Спорим, я быстрее солью себе в Ютуб и уже просмотр буду набирать. О, уже слышишь комменты, фу, Фентик. Почему фу, Фентик? Не знаю. Юзган. Фу, Фентик. Юзган.
Ты знаешь что, его? Что он вообще тут делает, интересно? А кто? Да, это... Изган? Ну, я уже помню, что он типа... Ну, наверное, Задомиров смотрит. Ну да. Изган хороший парень, кстати, не надо на него гнать. Нет, это парень, который получше тебя играет в тот же Point Blank, так что я бы помолчал. Мы, кстати, на HLTV Orc висит Virtus Pro 2, типа. То есть мы даже на HLTV Orc есть. Уху! Fuck yeah, sparkle, sparkle. Только вот, что-то я не помню инфантри Изгана на финалах тех турниров, в которых я участвовал. Давай не будем сейчас эту тему трогать, я окей? Не, я не собираюсь, начал там. Мы с тобой давно уже закрыли все эти темы. Ты как бы заметь, первый начинаешь мошнить, подкалывать. Да. Заметь, парень. Подкалывать, да, IP. На тему игр. Мошна. Обрати внимание. Обратите внимание. Я вижу, что кинули IP и у меня закончились горючие. Сидишь пьем, закидывай. Специальное горючее, турнирное горючее. Я думаю, он что-то курит, не то. Нет. Это называется квас. И он закончился. Серега, а тебя за пару грамм кваса не задерживали еще? Вообще, да. Как бы квас на солнце бродит, и получается алкоголь, вот. И кефир. И сколько же у тебя литров кваса? У меня много литров кваса было. Было? Куда не было? Не знаю. Я их поставил рядом с собой и отвернулся, их нет. Вот. Он не пишет. А, я уже запустил CSGO еще раз. IP уже есть, да, вот это то, что 44. Именно это. Так, музычку мы срубаем пока что. Подготавливаем уже. Сейчас зайдем на сервер, включу картинку обратно. Это финал Best of One тоже? Нет, Best of Beslan. Не, ну сколько? Ну, Best of 1, я думаю. Я не знаю, кстати, сейчас спросим у них. В группе ничего не написано, понимаешь? Ну, ну давай Best of One. Василий кинь, потому что. Я бы сыграл Best of 3 с удовольствием, чтобы побольше, ну, показать там игры, да, там. И поинтереснее, потому что равно мы трениться еще будем, скорее всего, сейчас сколько времени. Да, 22.46, Демир завтра не наработает, да? Нет. Ну, ну поэтому уж и Versus, Versus там жестко, ну... жестко немцы. Немцы, не они знаю. Всегда жесткие. Не всегда, бывает, что они мягкие. Кстати, но не хватает одного, и это вода, нет, это митик. И это вода, да. Вот же, я уже захожу, как же так. Вот же ты заходишь. Вот же он. Так, врываемся. Смотри, как мой труплёк. На чёртный квадрат Малевича опять. Блёр, точнее. Нет, именно чёрный квадрат. Ну, Минц, уши, уши болят. Болят. Зачем стрелять по голове? Перезайду. Смотри, кто-то ушёл, пистолет остался. Халявный пикль. Ну, открыли багажник у машины. Все, на лан едем. Едем, едем. Заводи. А, кстати, Амитик нас будет на лан вести? Да, конечно. Все, все к Митику. Классно. Митик, не, я серьезно, у него же есть Жигули. Мне, город Владивосток, третий Владивостокская. Не, ну, Митик, пожалуйста, мне просто очень много. Нет, я возьму Митик, с собой мышку, ну, мышку и... Мышку и подмышку. Я не довезу. За проезд передаем. Ну ты... Передаем за проезд. Я не довезу, ты должен меня довезти. Да ладно. А Дима с ребенком на руках едет. Не обкрадут. На голове, точнее. А
Дима такой вообще. А можно, можно, я посмотрю, как ты диплом защищаешь. Он, наверное, там в голове представил то, что модерн там его защищает со шпагой, там, знаешь, хыца, хыца. А пришел он там просто отдал и ушел. Да. Просто меня это удивило, когда человек так просился на защиту диплома. Он хочет меня застрелить, как книги. Я думаю, да. У меня черный экран все, короче. Почему? Ты реально представил, что он будет со шпагой, короче, как Зоро? Диплом защищается не только дал и пошел. Ну как-то там, что, шпага реально Зоро? Надо было сходить. Перезаходим в игру, опять какие-то косяки. Тоже защищал свой диплом потом. У меня было 11 страниц на тему. Подожди. Мне кажется, или тут главное слово было ПТУ, нет? Нет, это как бы профессиональное техническое училище. Так что это круто. Это профессионально. Круто, это когда полностью ты это говоришь, а потом понимаешь, что это ПТУ, это не круто уже. Нет. Слушай, во-первых, ты мог бы как бы получше сказать колледж. Начнем с этого. Колледж это не очень, техника. Не очень, да. Техника здорово. Училище. Нет, подожди, раньше то, что было ПТУ, потом разве не колледжем стало, нет? Нет, колледж, но как бы. Да, кстати, большинство стали колледжами. А техниками тоже стали колледжами, но поэтому техниками обычно называют все еще техниками. Колледж как бы не надо, я как бы электромеханик второго разряда. А потом я еще звукорежиссер. Ну да. Специалист по звукотехническому. Я зашел. Работал в спорткомплексе Олимпийский. Серег, хватит себя пиарить, Серег. Поэтому возьмите меня на работу, я без работы. Я есть хочу, правда. Сейчас тебя приютят, у тебя же там поклонница есть. Это классно будет, хоть покорм. Они не хотят играть Best of 3. Завтра LAN и играем BO3. Без трёх, без... Какой LAN завтра LAN? Почему Best of 3? Не знаю, у типов LAN какой-то. Мы не играем Best of 1, забей. Ну они на же будут играть или нет? Все нормально, замерки? Да. Ну давай. Они не хотят играть. Пишите им, что GO ножи уже, давайте. Тогда не надо было уходить в финал. Все есть? Тут, Модерн, Гарнир, Митсик, Фантер. Нет, конечно. Нет, меня вы нет. Все отошли. Я по Рэнду не называл, что ты отвечаешь, что вообще? Иван Мэн. Я тебя не называл, а ты отвечаешь. Инфинит Мэн. Это как ты лезешь Infinite не в свою Man. Очередь. У нас даже на игре видно то, что у нас лезут. Я вот заткнись. Нет такой, как бы, хотел сказать, как в армии, короче. Не назвал, он уже вставляет свою букву Я, вообще непонятно. Зачем это делать, вот мне объясни. Возьмите кто-нибудь Сережу на работу, чтобы он приходил заебанный, чтобы даже да, сил хватал до смола. Работу к черному властелину называть. Да. Прислугу. Чтобы Серегу прям... Серега, а ты охранника в будке завалил, я сейчас не понимаю. Нет. Он там лежал, он просто купил... Ты хочешь занять его место? Ну как можно, почему? Кнайф! А я как раз дигл купил. У нас там кто-то движет. Покупайте броню, пожалуйста. Это стример же, ты чё? Броню покупайте, пожалуйста. Броню. Броню покупайте, пожалуйста. Я стримлю, как стримит стример. Да. Направо идем. Прямо. Так, тут небольшая разводочка. Серёг, ты умираем, с бомбой. Да, мы умираем? Да. Мы умираем. Да, Drop or lose. Нифига себе, drop or lose. Я вот. Эй, умирать, не убивать. Умирать, не убивать. Сюда ко мне! Щенки! Ко мне! Ну вы сейчас умрете, эй, вот все. Ну чё ты, ты кого убиваешь? Давай, 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 давай! Давай, смотри, смотри. Кил, пиши, короче. Да, кил, кил, кил. Да, я сейчас. Я как будто знаю, как тебе. Ну еще раз. Ну он сейчас раньше тебя кил напишет. Кил нечестно. Кил не кил. Кил нечестно. Отпрыгнул. Кил меня убил. Все видели, он меня убил. Мы КТ. Фу. Минус инферно, наверное. Да, минус инферно, минус трек. Да хватит меня минусовать уже, ну. Мы КТ сейчас, смотри. Сейчас будет эпичная фраза, мы КТ. Так, ну и ладно.
Получение данных. Видели, как я ножи затащил? Да. Учитесь. Лучший, лучший. Каждый так может. Блюр, нет, нет. Чё, БО-1 на этой карте? Нет, нет. Нормально, надо подсобраться. Блюр. Ну, чтобы этот блюр спал, нужно умереть просто-напросто. А второй стрим? Без задержки стримит? С задержкой. Ну, везде. Нормально. Вообще, как бы он без задержки стримит еще. Ну, тогда инфу сливай. Тогда инфу сливай, да. Как бы да, там Василий еще тот стримит. Василий. Ну, там не Василий, там другой. Серёжа, Серёжа не сравнится просто. Чё, лайв, да? Да нет. Куда? Командир, какой лайв? Ты чё, балуешь? И пошёл. Керриган. Он в StarCraft играл. Керриган. Керриган. Ну, всё, парни, нам конец. Не, нам начало. Антоша жёсткий вообще какой-то. Вот псих вообще. Серёдка. Мозговый убивальщик. Да, я вот последний. Видел, как Антон тащит вообще? Кого бомба? Серёжа, наверное. Серёжа, посмотри, кого бомба. Ну, у меня бомбы нет. У тебя нет бомбы, ты точно? Нет бомбы. У меня есть глок, у меня есть нож, похожий на нож. Вот. У тебя там пачка Мальборо, да, закурить? Нету. И, кстати, я свои... Вот посмотрите вниз, но нет ног. Нет ног. Обратите внимание, да. Обратите внимание, нету ног. Да, ну, это лайф. Валите по зелени, там, вот там бомба. Это лайф, а ног нет. А, он бомбит. Ну, нам хорошо, чё. Ну, давай. Как ты мог? И такой стоп-кадр. Это тоже было 10 минут. Ой, блин, 10 минут. Это нормально. Это нормально, 2 минуты. Это нормально. Да ладно, нормально. Окей. Серёжа. Серёг, ты... Он смотрит стрим. Слышь, а чё, мы типа не лайк, я сложился. Да ему у нас тоже не лайк, понятно дело. Ну, они не ставят ничего, у них как бы лайк. Ну да. Да, если у них лайк, то у них плохо всё. Они остались 3-3 и 1-2. Теперь 3-2 и наш раунд. 1-45 поставил. Болван. Вот болван. Вот смотрите, он поставил 1-45. Блин, мы начали раунд. Качайте все требования. Ладно, блин, я глок скинул. Ну ладно, сейчас подберу. Ну опять зелень туда, в ХТ все дела. Смотрите, он поставил 1-27. Раунд, смотри. Не, нормально. А, да, да. 1.45 надо. 1.45. Он 1.45 поставил в этой. Зелень, типа, зелень. Кто меня убивает? Уйди от меня. Ну, стреляй, я тебя уже не бил. И, кстати, они уже сейчас знают, что мы по зелени пойдем. Поэтому да? Пойдем не по... Окей. Поэтому пойдем мы по идем не по окей. Зелени. А да. Еще меньше поставили вроде, нет? Тайм. А, все нормально, да. Бомбу. Заберите бомбу. Мы идем не по. Кто-то АФК. Быстро уходим? Да. И они все пойдут. Есть, надеюсь. Есть тип один близко справа. Вы его заберете. Хорошо. Один на планете, ребят. Ну не обращайте внимания, да, пробегайте, все. Не стреляйся, хорошо. Ладно, не стреляйся. Резко. Ууу, вы что, не развернулись, что ли, ребят? Развернулись. Первый бежал спиной зачем? Я бежал первый, я бежал не спиной. Ну ты повернулся направо, зачем? Посмотри, у нас, блин. Ну, при этом очень, его не было. Очень плохо. Эпик фейл. Он просто эпик расстрелял. Эпик фейл, да, игра. Ну пойдем под зелень халдить, так терпеть. Окей, let's go. Аккуратненько. Я, короче, дроп взял и буду контролить пока сотку. Окей, контроль сотка. Аккуратненько. Взорвали сотку. Две хая. Три хая. Отойдите, прим. Не подбегайте, заберите дроп и уйдите. Все, отойдем подальше. Контролим дальше. Убил. Хорош. Сотки, типа. Ребят, куда вы все с зелени ушли? Я просил об этом, не?
Да. И я один остался такой, фак, ех, типа. Я с тобой, что-то. Не топ-то, пожалуйста. Ты же сказал, уходим, уходим. Нет. Ну и мы играем дальше на размен просто. Я спрятался. На вышке-то. Так, я буду перепрыгивать, кто-то будет забирать, вдвоем уходить. Я красный, 33 хп. Стоп. Правее. Ну вы даете. Ну инфу-то дайте, ребята. На планете один. А никто не вышел, просто стрелялись. Я вышел. Надо было продавливать до конца. Так все вышли, он сразу. Да не, он потом отстрелил, в том-то и дело. Вся фишка получилась в том, что вышел один, умер, вышел второй, умер. Хорош. Да, там по чеку, у этого стрим, короче, без задержки идет. Да ладно. Угу. Серьезно? Да. Ну тогда ладно. Дигой? Да. Пойдем холодить коридор. Но если нет, то это фейл стрима. Да нет, нет, я смотрел. Один подошел к верхнюю. Ну да. Конечно. Шарик. Зачем тут? Ну подождем. На стриме есть час. Эгегей. Мы играем. Брут, мы играем в финал. Понял. Здорово. Здорово. Ваш под нижний, что ли, дальше? Ну да, уже дают. Ну, это нормально, по таймингу. Ну да, игра. Что дальше? Стреляет с 9, что ли, Кольт? 40 секунд. Сколько сейчас секунд? 40. 40 с чем? 30. 30. 10 секунд задержка идет. Задержка где-то 10 секунд. О. Офигеть. Ладно. 9. 9. Минус он. Блин, нам, конечно, не ожидает. Вырубите стрим, аля. Понятно. Давайте, да. В чем там болтни? Владимир, у тебя там картинка на стриме. У тебя картинка, нет изображения на стриме. Ну ладно. Бля, косяк. Косяк. Жестко. Надо в верхний сплаш. Прошу прощения за картинку. Четвертый. Ладно, Дим, контроль сотку. У тебя флешки есть? Накинь там из сотки флешки. Сейчас? Чекнули. Да. Ну чекнули они, потому что на стриме видно. Идем собирать. Пойдем аккуратно. Я пропрыгиваю, кто-то будет пробовать забирать. Подойдите поближе, кто-нибудь один. Вы на верхней или открытый? Нет. Открыт. И пойдем обратно. А, не снизу. Пойдем сместимся обратно. Тут пойдем, пойдем, вверх быстрее, вверх. Быстрее, быстрее, быстрее. Флэш вниз. Хорошо, забираем его, давимся. Близко, на вагоне сидел. Внизу. Зига тебе. Зига каленый. За плантом, за плантом. За плантом. Убил. За плантом все. В Зиге какой каленый тип. Зигу флаждал. Слепой. Пути. Кто лоу так играет? Не в точном пале, кто-то еще даже сидит стрим. Блять! Да заткнись ты, Сереж, с стрим. Давайте мы просто играть будем на туре. Так, у нас что, по экономике нормально все? Выходим в сотки и по правой стороне в Зигу.
Нанесемся. Давайте в зигу прям. Давайте, давайте. Еще там. Надавливайте! Конца, ну! На вышке, а чего? Красные. Патроны. А ты куда жал-то? Мы же забирали вдвоем чувака, а где еще люди? Еще два люди, два человека вышли, и просто не на префайре что ли стреляли? Я не понял этот сейчас момент, реально. Очень сильно не понял. Закуп, пойдем под открытый. Да. Не понял сейчас реально эту тему. Почему второго не забрали? Просто три человека выходили подряд, и никто из них не убил его. За плантом чувак расстрелил спину. Ну, что-то незаметно было. Нижний подаж. Нижний пар. Выходим. Девятка. Это был быстрый. Должен был быть быстрый, фаст. Каленый 9 чел. ОХП. За плантом, за собакой. За собакой. Зиги. Зиги. Набрал за собаку, в Зиге. Серег, бомбу надо поставить. И в коридор типа. Коридор мне. За третий. Печалька. Все, стрима точно нету, короче. Деньги есть у нас? Деньги у нас есть. Давайте играть, соответственно, как мы играли. Сотку выходим, оленим смоки, Серега сверхниза, ставим бомбу, контролим, никуда дальше особо не проходим. Они по линиям, с путям стоят и расстреливают. Так что держитесь там, где вас не видно, соответственно. По правой стороне убегайте, нам первого задавить, кто-то выходит в зиг. Первый рез зачем-то остановился, я не слышу. Зига минус. Наш стом. Верхний вышел. Блин. На план. Как он вышел? Лоу. Ну как он вышел? Сзади за мной побежал сразу снизу. Сразу? Да. А ты не слышал? Лол. Окей, халдим. Будем играть халдом. Все. Играем халдом. Я что-то не понял эту тему сейчас. Чел должен был нестись фастом. Ты об этом не... О, ладно. Забей. Играем просто халдом. Вы втроем в доме. Дима смотрит зелень. Я смотрю все. Окей. Подвышку тебе прошел. Один тип в зиге. Не играет зелень. Спину можно посмотреть вам, ребят, сотку. О, ну, чтобы в коридор не поднялись. Зелень. А где тип зелень? Ага. Красный. Не добил, лол. Каленый в ноль. Не дозабрал, найс. Хорошо, Дим, не кидай что-нибудь по зелени, чтобы было видно-то. Там движуха идет. О, один. Окей, а перетягивайся. Перетягивайся, играйте под кэтом. О, пощелкаю, ребят. Они под нижним. Ну, выходите, туда. Ребят. Все знают, что будете под кэтом играть. Флешку дай и беги, не встану. Слепой, вторая флеш была не в тему. 9 есть. Точнее, наверх. Останьтесь в коридорах, Макс. Я остался. Ставлю наверх, у меня Дима, иди, красный труп. Тип зиги. Спускайся, Дим. Не спускайся. Не спускайся. Нижний есть. Из собак. Двое. Первый, собак. Третий, верхний. Двое нет. Блять, я застрял. Идет нижний давить. Ребят, убивайте свои фраги, когда вы поставили бомбу, стойте так, чтобы вас не было видно. Не стреляйтесь. Вы можете жить в пункте там, как вы раньше делали. Вы сейчас стреляетесь вдвоем с Дамиром. Особо Серега с Дамиром стреляются. Так и там деваться некуда уже. Ну, там есть куда было деваться. Выходим справа в сотки. Идем по этой. По шестой линии. Прям по шестой, ребят, только. Все по шестой. Смоку. Киньте. Да, здорово. Первый не причем. Верхний побежал. Зель. Задавить чувака там. Еще пятая линия. Пятая линия, красак. Я смотрю верхний. Я на закрытый ставлю. Один остался. На карте, окей. Кто тебя в коридор, в перемычке? На открытом он сказал. Лол.
6. Как поставил? Бомбу на 6. А зачем говоришь, что я на открытом ставлю, если мы и так вышли на открытый стал бы, если мы на открытом пошли? Я не знаю, куда вы пошли. На открытом мы уходили. Нет, все проходили по шестой линии, я не знаю, по путям, зачем идти, правда. Ребят, идите играйте через зелень тогда, толпенью. Не сразу, но в шифте подходите, а потом будем разыгрывать по зелени, окей? Угу. Здесь шифт руби, слышно. Готовы выходить? Зашли все вместе? Нет, пока. Подошли. Пропрыгнем потом первым. Летит флеш, ребят, все. Да иди. Да что это за бред? Просто готовы. Взяли. Я в КТРС так. Я ты забрал. КТРС за. Шестая Сережки. Это с собой, Серег. Да, я. Дусли. Блин. Я же сказал, ну, ребят, это, я, спросил, там... я спросил просто, а не надо было выходить, я флеш накинул бы вам мучку. Я просто спросил, готовы выходить или нет, а вы выбежали. Ну ладно. Открытый сразу, короче, проходите фастом. Продавливайте нижний пар флешку за спину, короче, ну, спиной бежите, атакуйте, короче. Как. Нижний. Бомбу возьмите, пожалуйста. Что за тип? Верхний скип. Я забрал. Уже у вас перемычка сзади. Зиги. Зига. Ставлен на планте. Сзади тип перемычка. Ну кто не остался? Нижний пар, он вышел. Он выжил, нижний, нижний. Блин, я за ним с коридора бегу, ребят, вы издеваете. Два вать. А, ты... Во. Тип 9. Я думал, ты просто стоишь там перемычкой, раз где-то там. Лол. Печаль. Ладно. Паника, паника какая-то, парни. Серег, аккуратно сверх низ спускаешься. Ребят, кто-нибудь со мной в сотку, либо, например, Дамир спускается с Серегой вверх низ. Фарш, замыкающим в зелень без бомбы. Просто пока ждите открывающих фрагов, попробуйте. Где не был? Ребят, верхнись, я прошли. Есть. Двое прошли, близко. Сотка, один шестая линия. Под вышкой, типа, не выходить, переместитесь на карту, не собирайте. Вышку забрали. Окей, на карты не надо идти. На карты уже не надо идти. Зелень один. На путях где-то поход. Просто аккуратно проходите, забирайте типов. Зига топает. Проходите, бомбу ставь. Зиги, вы перед Зигой. Зига каленая. Ставлю. Под вышку. Забрал меня. Пробежал по полу. Минус он. Я в четвертый. Я в пятый. А, на четвертой линии. Пути. Пути. Дим, пути слева. Я понял. Пути, пути, пути. Пятый. Мерзать тебя. Не стреляйся, Дамир. Ты живой, Дамир. Не стреляйся, уйди просто. На слепого хаджу по зигу. Аккуратно в таких раундах, ребят. Пути же говорят, он слышит, Дамир смотрит спиной. Пойдемте играть в крутый. Постом нижний пар выходить надо будет. Флешку под... ну... Я кип. Флешку вниз, спиной проходим, все дела. Второй 9. Второй, второй 9, только не я. У меня бомба, я, короче, вот так за фокусе 9, чтобы не вышел кипсар. Окей. Близкий есть. Он меня забрал. Нижний. Да. Не густо. Убили его, нет? Не знаю, я сухой пол. Нет. Выживите. Выживите тогда, живите. Там трое. Живи. Ладно. Что он тоже нервничает? Понятно, мне в голову дали карту. А куда ты отошел? Лол, меня же сейчас заберут с нижней пары. Собака один. Ну? А, Серега, как ты пробегал? Там вплотную был чел? Ты вот выбежал. Уже на подъеме. Нет, он вышел, как я флешку кинул. А, боже. Босс сразу. Ладно, сам буду раскидывать еще раз. Хоть буду знать, как не держится. Зелень, выход, пути, врез. Все просто.
А ВП стоит на зелени. Хорошим. Врез. Четвертый пути смотрит АВАП. Красный. У него до ХП 2. Остался Зигс. Блин, я ставлю под Ди. Окей, окей, тут ты главное ставь. Зигела. Выше. Мид звёт на 9. Успею, 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 я надеюсь. Валера топ. Хорошим. Хорош. Ну и последний, давайте играть сейчас этот, как его, дальний рез. Сервис спускается сверхнизу, мы, ребят, выходим по шестой линии, смоки кладем, несемся по шестой там. Ну, у меня смока нет, ребят, у меня только две флеши. Дампер, смока. Флеш прямо кидай. Бля. Бомб заберите, я забираю. Да я уже не пойду с вами. Зига минус. За плантом. Ну, внутри планта двое, ребят. Слева от планта двое. Помогите забрать его с калашом. Дим, под тобой тип, Дим. Зига тип. Плент тип, лол, ну. Понятно. Хорошо. Сумбурно, но хорошо. Там тип жил, я ждал я сразу. Я вообще его не видел. А он там потому что уже под тобой был. Ты пробежал, там голова сливается с текстуры пола. 9-6, ну, нормально. Хреново. Офигев шипсы, короче, да, взяли, да. Стрим палит, нормальный ход. Я да ладно. Лады. Там уверен, я найду еще... к ним мамбу, буду орать. Слышишь, Фентик, посмотри по cvgo.ru стрим. Как сейчас идет задержка, нет? Да нет, там сейчас задержка идет по-любому. Да, фиг его знает, этих стримеров. Сотки под ноги дам флеш на всякий. Сотки? Да. Под зелень скапливать. Сверхниз, по-моему. Я туда врез сразу отойду. Фейк накидали на этот, на зелень. Фейк накидали на зелень. Верхней сесть. Флэш кидай за транс, если надо. Нет, пока. Сотки могут быть. Сотки не выходил ни короче. Ты чё смотришь? Моя девятка нижняя. Девять. Нижняя. Смещай. Скамься. Вышли или стоят? Вышли, вышли. За план. Флэш. Ну да, вышли, Серёг, ну сколько раз тебе объяснять, не уходи, блин. Забрал за перед. За плантом ещё это. За собаку, за собаку. Не забрал, за собаку ещё живой. Подбегайте ближе, кто там издалека стреляет, за мир. Собака. Хорош. Последний, я диффузь, девятку смотрю. Девятка, пошёл. Девять. Спину обходит. Хорош. Ну он здесь что-то, кстати, опасно. Повторять, не убегай. Я рядом с тобой. Да конечно, мне пришлось сместиться на третью вообще непонятно. Я в зиге был. Сейчас аккуратно, у них будет, ребят, либо сейчас ползавка какая-нибудь, либо через этот как он. На зиг иду. Поэтому надо сейчас оружие сохранять по максимуму, отыгрываешь, чтобы оружие сохранить. Я издалека с аугом. Окей. Скорее всего будет тачдаун на первый, на открытый, короче. Зелень много быть. Что-то стрим. Еще есть. Эйс, дробанюк. Это эйс, в ходе еще дабл с дробаша. Я им в тушку зажимал, вообще такая баба. На зиг выйду. Да собрал денег, смотри сколько денег. 7750. Четкий. Он есть один пятерых с ножа зарезал. Я сразу пойду мисс коктейльки. Да. Сотку дам коктейль. На выход из сотки, точнее. Тот вышел один. Убил. По шестой, правда? Убил. Блин, зелень. Есть у меня зелень. Забрали меня, по что не убил одного типа. Зелень минус. Будет. Еще один зелень. Флэш зелень даю, врываюсь. Оба на зелень. За план зашел. Номер у тебя! Играю с Диди на план. А ВП взять? Ну, сразу сейчас так. Ну, бери. Поиграй, попробуй.
Аук валяется. Ну не аук, а по массу. Дим, я под верхний спайди сразу. Смог положу нос. Кто мой дамир смог? Зелень есть, даун флэш. Что там, смотрю, садку Галима. Ты плотной дамир? Минус АВП, зелень. Меня видит наверхний тип. Минус он. Сереж, не уходи, нижний смотри. Нижний буду смотреть только издалечка. Потом скажи, когда ты ушел. Все, ну да? Я ушел. Я кинул, наложу молотов, ушел. Я в план смечусь, короче. Дамир, иметь. Они по идее под землю остановить должны стоять. Да. Окей. Минус за четвертую. Хорошо. Нижний будет уходить, флешку дали. Их двое. Вышел, забрал. А еще один. 9, I lost. Бомба нижний. До зигу. Голову видно. Зиги, вода. В перемычке он. Верхний скандинал. Пока перемычка. Взял. Он в перемычке. Ну-ка подлежали все. Игра. Я также, короче, оббегаю сначала. Сережа, если что, у них отдача, поэтому не убегай. Ну да, я как-то еще кину. У них может так быть один, кстати. Может. Может один. Смотрю здесь. В коридоре были. Взорвался коридор, тип. Наставил прямо на верхнюю. Лол, у меня тип выходит, короче, слышь, у меня тип под прицелом стоит, лол. Нормально. Ну, здорово. Гейм, пауза. Дим, ты поставил паузу, Дим. Пауза гейм для тебя. Да ладно, отожми, что ли? Отожми. Не нажимал, вот я нажимаю, пауз, как бы, лол. Такой забей. Сейчас я промажу, короче, за это. Сервак можно только поставить еще. Как бы это неадекватно ставить паузу. Такой забей. Я даже ничего не нажимал, как? Такой ну, сижу. Ну понятно, короче, забей. Это Серок не поставил, написал, что ты поставил паузу. Неплохо. Ну вообще пауза ставится после раунда, как в начале. Ну это понятное дело. Я принскрин сделал, это забей. Принскрин чего? Ну как у меня сейчас выглядит все. Типа уходит из угла, короче, присел на нем. Ну почти там довести надо. Геймпаузе, блядь. А у тебя есть она сейчас отожмется, они даже ничего не напишут, короче. Так что он от угла знаю. Вышел, короче, на миллиметр такой. Это будет лоу вообще, за такое надо сразу с ТП ставить. Ну вообще да, такое в играх нельзя прощать, что это вообще неорганизованность. Что бы у них ни случилось, не уведомили, просто поставили паузу в середине раунда, найс. Да, и сейчас еще отожмут, знаешь, как последние псы. Потому что тут нельзя писать, отожали или нет. Ой, ребят, все, я в магазин. Вы там это им скажите, чтобы они не отжимали, да. Бля, и чё мне так сидеть все это время фокусироваться, что ли? Лол, блядь. Фокусируйся. А если я летать научусь? Подавай. Да, у них вылетело, они делали паузу по-другому. Охуен. Это просто минус 3 раунда по-любому. Или может там в сорсе где-нибудь так принято? Ну, в сорсе так всегда принято. Source, но это не сорс как бы. Это как бы сорс команда. Или 1.6? Не, какой 1.6 сорс команда? Пиздец, у меня короче повисло все, у меня теперь мышка посреди экрана. Да это не переживай. У всех так. Даже у меня. Да. Ну что ж, неплохо. Вообще здорово, я считаю. А если это. А это еще. Если это замена, то это машина по-любому. Ну, машина. После игры. Что, лол, ребят, вы позвали какую-то замену там, кипа какого-то там, да? Ну что, жестко сливаете, что ли? Нет. Нет. Нет, жестко все равно. Все равно это как-то глупо, ну, в середине раунда ставить. Спалить сначала стрим, потом ставить. Да, паузу. Да, да. Сначала палить стрим, потом ставить паузу, звать какого-то типа. Палит стрим, короче, выигрывает, короче. Потом хуяк мы начинаем убивать. Надо, короче, паузу поставить. Надо подумать. Ерма, кстати, пересоединился на сервак тоже. Непонятно, что происходит. А, кстати, ты можешь финтик зайти на PCGO, посмотреть стрим? Там задержки есть? Я сейчас играю. А.
Там наверняка задержки никакой нет. Правильно, задержки? Или они просто ждут, слышишь, пока стрим откусится на паузу, как мы сидим, посмотрим. Скорее всего, там. Да, запалил позицию. Ага, так, ребят, все, середина раунда, давайте позиции, потом слышь, слышь. Ребят, я его вижу, потом стрим смотрит. Ребят, он меня тоже видит. Так, о, это скорее всего так и есть. Больники. У меня же рука болит держать мышку и не двигать ее. Я лучше на всякий случай атаки будет перефокусить другую позицию. Ну и что это такое вот? Нинфы, ничего. Просто поставили паузу, фак ех. Мы сидим, ребят. Финал турнира. Найс. Они, может, поуходили уже? Мы сидим о волосы назад. Ты вообще предыдущий рейч квит. Да. Complete connect. Какая так это точно... Аватарка симпатичная. Complete connected, да. Смотри, там сейчас другие типа зайдут явно. Будут доигрывать финал за них. Блин, я тап нажал, он мне, короче, не убирается. Да он не будет убираться в консоли. Консоль, смотри, там приятно все там писать можно. А господа Virtus.pro, они же поедут, да? На этот, я нет, все забываю. Нет, 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 нет. Окей. Здорово. Намер напиши в консоли say, кавычки открываются, а что происходит? И закрывается кавычки, соответственно. Не знаю, я зато заснял, как я эйс. О, отпусти. Опожали. Минус те. Бомба у меня, пацаны. А где? Наверняка. Чуть не убить. Зелим бомба. Еще те. Зиглом. Дух зелень сразу. Он забрал? Я не смотрю напрямую. Я понял. Только на вот еще тебе должен был. Я флешки откидываю. Я на закрытом стал. Ин в коридор. Справа типа, может быть, себя. Алин в дом возвращается. Я стрейфился. Сотку смотрит, да? Да. Открытый да. Смотрит. В спину не зайдут. Убил пипа с дома. Угу. Блин, смотрел на радар, что за... Посмотрел на радар, а тип выходит, слышь, лол. У них единица, кстати, была. Да, я знаю. Диглы у них были. У них, ну, у них была... У меня, нет, у меня три дигла вышло. У меня кольт был. У них полузак, у короче, был. У меня ул был. Нет, я серьезно говорю, что у них глазах. Дим, я не вплотную к верхнизу, я бегу по четвертой линии и кидаю, стою с ложкой на выход сотки еще. Я просто компьютер. Комплит какой-то нам зашел. А если тот же? Пухер. Тихо. Зелень бегут. Слышу. Сереж, отходи. Не надо отходить, не надо. Недалеко, они там просто подошли, видимо. Топот жесткий слышал. Щелкает АВП там. Подсадка какая-то с АВП. Забей, забей на них. Я слепой. На флешку забей. Ой, на посадку забей, Дамир, лучше дайте. Ты задел его, кстати, он не умер. Там их двое. Я вверх вниз смотрю, с вышки сот по ту все. Я смотрю. 53 хп снял как-то ему. Отошли зелень, по-моему, перемещаются. Два вверх. Не убил. Один красный. Свой на зелень. Так, я в зелень. Нижний пар раскидывает, если... Толпую. Да нет, вот а вышел такой. Забрал. Вверх. Не знаю, забрал или нет, я белый. Да, забрал. Я... Белый, моя флеш была. А чё-то молчало они. Три типа остались живых, и у вас не крытый был. Двое всего крытый был. Да. Они, походу, открытые. Да, идут сверх низу. Я из спины. Ой, в ноль, ребят. Дай флешку. Ой, зелень, короче, в транс и ставь. Инсерт. А УП в зелени был последний. А. Блядь, он смотрит. Да, зелень, что ж, стой. Добрал. Хорошо. Красавец. Они там на забор это залезли, короче. Да, я тебя понял. Я ему, видимо, в пузо как-то попал и там в ногу, непонятно. Может через угол? Может быть. Купите все диффузы, денег-то полно. Угу. Скинешь, тебе что-нибудь купить? У меня есть диффузы. Да, скину, конечно. Нет,